Коньяк, бас-гитара. Вокал, ритм, гитара, Сергей Задора. И отдельное спасибо замечательному барабанщику, который, как мне передали, носит скромное имя Валерий Петрович. Валерий Петрович, спасибо вам за это. Наши концерты, дорогие друзья, во многом посвящены 50-летию памяти знаменитого музыканта, гитариста, фронтмена группы «Нирвана» Курта Кобейна. И сегодня будет «Нирвана», и мы очень надеемся, что песен группы «Нирвана» будет много в проекте «Стихи и рок-баллады». Ну, делаем, что можем, продвигаем культуру. Кстати, цель проекта «Стихи и рок-баллады» — цель святая — продвижение культуры. Продвижение культуры в Москве, продвижение культуры в России. Замечательная московская поэтесса посетила сегодня проект «Стихи и рок-баллады». Кстати, мой большой друг. Очень редко бывает женщина-друг. Но здесь так сложились звезды, обстоятельства, что именно это очаровательное, яркое, зовущая, я бы даже сказал, манящая, молодая московская поэтесса в проекте «Стихи и рок-баллады». На сцену приглашаю знаменитую Светлану Носову. Добрый вечер, друзья. Спасибо Николаю за такое представление. Я, пожалуй, по традиции со стихов о любви начну. Как тебе без меня там живется? Я надеюсь, что все хорошо. У меня здесь соленое солнце вырезает из сердца скриншот. У меня здесь дожди и прохлада, и чужая чудная весна. Знаешь, я даже в снах тебе рада, хоть порой от тоски не до сна. Знаешь, людям всегда не хватает то для счастья, то для любви. А снежок в этом марте растает, и в мой сад прилетят соловьи. По весне все намного светлее, и природа торопится жить. Знаешь, я на минуту взрослее, и уже не боюсь уходить. И уже не боюсь этих взглядов, этих встреч, этих недозвонков. Знаешь, я тебе все-таки рада, мой герой из несбывшихся снов. У несбывшихся редкая прелесть. Не сбываться не значит не быть. Переплакалась, переболелась и с надеждой все же любить. Спасибо. Я не могу тебя забыть, хоть мне и хочется, но все же. Не в силах сердцу запретить тебя любить, и мне дороже. Помятых писем злая грусть, пустых перронов тихий скрежет. Я не могу, я так боюсь забыть тебя. Но неизбежно пройдут года, и ты не тот. Мы станем старше, строже, крепче. И лишь в душе огнем прожжет от мимолетной странной встречи. Очаровательная поэтесса Светлана Носова. Светлана, эти аплодисменты для вас. 2017 год в России. Год особый, юбилейный. И каждый из нас свои юбилеи празднует в этот год. Мы, люди культуры, занимающиеся поэзией, музыкой, самореализацией. Мы, люди творческие, отмечаем свой юбилей. Юбилей того, кто был один из нас. Он, простой парень,
с американской рабочей окраины. Клетчатая рубашка, просто кеды, рваные джинсы, гитара в руках. И огненное сердце поэта. Этот парень прожил всего 27 лет. В России 27 лет прожил Михаил Юрьевич Лермонтов. Классик, поэт. К сожалению, многие прожили только 27 лет. Некоторые прожили меньше. Но сегодня мы, люди творчества, люди, которые могут позволить себе такую привилегию, как стоять на сцене и дарить творчество другим людям. Кстати, Пушкин писал: «Нас мало избранных». Я не о себе, нет-нет. Я только парень с московской окраины. Я о вас, господа. Так вот, мы можем вспомнить этого замечательного музыканта, в общем-то, поэта. И мы можем подарить друг другу радость, наслаждение его песенными произведениями. Памяти фронтмена, хедлайнера группы Нирвана, памяти Курта Кобейна, замечательная московская группа Stereo Cats на сцене проекта «Стихи и рок-баллады». Thank you.